Но, если честно, презентация родилась из-за того, что, скажем так, я начал ощущать боль и смотреть, как больно другим людям. То есть это основная идея, потому что мы как разработчики работаем, вроде бы все классно, все хорошо, но иногда мы испытываем боль. Вот. И о этой боли я бы, наверное, хотел поговорить, то есть как бы ее избежать. Но, думаю, тогда поехали. Начинать, кто будет подключаться, я думаю, что успеет на самое вкусное и интересное. Вот в докладе будет, скажем так, немного слайдов и, скажем так, презентационный материал в виде того, как это делать, как это работать и пару таких вещей, скажем так, почему Git, да, можно брать, использовать и есть. Скажем так, его дополнительные фичи, которые чаще всего мы не используем, но они есть из коробки. Хорошо, поехали. Первый вообще вопрос всегда, почему Git? Знаете, на собеседованиях или так с людьми разговариваешь, когда нужно выбрать систему контроля версий, чаще всего все выбирают Git. Но почему? Говорят, ну Git это же классно, Git это же хорошо, это прикольно, это круто. Ну, как-то раз меня учительница спрашивала, говорит, опиши мне этот цветочек. Я тоже сказал, о, он классный, красивый, клевый, крутой. Но я считаю, что это не совсем то описание, просто, возможно, мы забываем слова. Вообще, правда, да, Git, он классный. Он по некоторым подсчетам 10 раз быстрее, например, того же SVN. Да, мы когда говорим крутой, да, у него есть бранчи и легковесные бранчи за счет его реализации, имплементации. То есть мы можем файл хранить в разных ветках, и от этого наш репозиторий не будет разрастаться, как снежный ком. Да, кто-то говорит иногда, что у него full local history. Что это значит? Люди говорят в контексте, что у нас есть ветки, их можно верджить, их можно удалять, история сохраняется. Да, их можно и нужно удалять. Не надо засорять, всегда у вас есть эта история. Говорят, что он open source. Ну, если честно, open source это хорошо, но я никогда не лазил, даже не смотрел, что внутри его исходников. Я считаю, что ну, там уровень людей, которые его поддерживают, очень велик, и вряд ли что-то я смогу там дофиксить им, добавить. Для этого для меня не очень показатель. А говорят, что это распределенная система версий. Как бы да, это распределенная система версий, но в Enterprise мы ощущаем боль того, что нам нужно централизованно. Нам нужен сервер, и это немножко нас сковывает. Но, в принципе, одни плюсы, то есть сказать, что какие-то есть явные минусы, вроде бы такого и нет. Все мы говорим, Git классный, Git крутой, мы можем убедить всех, клиента, продукт менеджера, project менеджера, кого угодно. И как результат, да, мы это сделали, успех. У нас есть Git, мы довольны, встаем пораньше, бежим на работу, берем тасков побольше, кидаем подальше. Вот, но здесь, в принципе, начинаются уже такие болевые ощущения. Та вот боль, о которой я говорил. Как мы обычно используем Git? Да? У нас есть бранч на проект, который одна единственная, открываешь репозиторий, там одна всего лишь бранча, так называемый long running. Это мастер, да, ну, я думаю, что и к другим это относится, например, в том же Mercury или это дефолт и тому подобное. Где начинается боль? Боль начинается, например, когда вы домой собираетесь идти, а тот человек пишет, я там все свои результаты смерджил, я был первый. Вот. И он довольно идет домой, хорошая погода, гуляет, а вы фиксаете эти все конфликты в вашей мастер-бранче, вот, и вы не идете гулять. Как бы, да, то есть, когда вы слышите, ой, мне главное бы первым замержить, а пусть конфликты решает он сам. То есть, кто первый смержился, тот и молодец, а все остальные решают конфликты. Вот тут наступает боль немного. Убежать. Но тут есть вариант, да, мержиться раньше, чаще, на 5 минут, чем он. Но это тоже не очень хорошо. Вот, ну, в принципе, это не такая уже страшная проблема, да? Например, еще одна проблема. Нам основная задача наш продукт как-то релизить, как-то деплоить. Хорошо, что мы деплоим source control, да, то есть это наша история. Вот, но тут тоже такая вот неловкая ситуация получается. Когда деплой, это тоже больно. Потому что чаще всего наши project менеджеры очень любят роллы. Ну, как минимум, скручивать нас в роллы, когда мы не можем, например, сегодня неожиданно задеплоить клиенту стабильный билд. У нас с этим беда очень большая. То есть, потому что там
нестабильный код, что-то мы не замержили, а что-то еще нужно решать. У нас очень сильно все поменялось. Давайте через 2 недели, тогда уж точно мы все успеем. Но через 2 недели, скорее всего, будет то же самое. Вот. Пару причин, их можно назвать больше еще. Вот. И как вы считаете, ну, успех это или нет? Мне кажется, что у нас есть такой гибкий инструмент, вот как девушка на слайде, но мы как-то им пользуемся, ну, чуть-чуть не по назначению. Вот. Если у кого-то будут вопросы, как правильно пользоваться гибкой девушкой, то это уже не ко мне, это вы уже сами ищите в интернете. А, хорошо, как решение? Мы разработчики, программисты, да, мы вот... Считаемся вольными птицами, смотрим в окно, думаем, надо как-то себе облегчить летать. Гуглим, ищем, если интересуемся, да, или берем, скажем так, наработки наши, что, чтобы хорошую сделать программу, хорошую архитектуру, можно взять какой-нибудь фреймворк, который даст нам каркас, скажет, как писать, как что, там, ни шагу влево, ни шагу вправо. Хорошо, то есть для этого нам нужен какой-нибудь workflow, который нам подходит. В принципе, вот вы если видите, workflow это чаще всего что-то такое. Это вот сложное, да, но они есть разные. Например, сейчас это у нас есть подозрение, что это французский. Да, это французский workflow, это как французу купить хлеб. Вот, ну, то есть он сложный, но он есть. Вот, но в принципе это не так страшно, как кажется. Начнем постепенно, пошагово эволюционировать. Когда мы берем Git, ну или вообще систему контроля версии, у нас как минимум уже есть один flow. Это main only branch, да, так называемый. Это master, default или trunk, все что угодно. То есть это наша стартовая точка. Все отлично, все классно, и многим на этом достаточно остановиться. Например, если мы делаем какой-то небольшой там ресерч, да, или это наш персональный проект, какой-нибудь сайт, то в принципе достаточно. То есть если мы один разработчик, скорее всего, потом репозиторий мы забросим, унесем или еще, или это прототип, все что угодно. Да, тут одно но, можно идти дальше. Например, у меня сайт есть, ну, моя визитка, как узнать новые технологии. Он на самом деле небольшой, но начиналось все с просто одной бранчи, но потом я все равно перешел на более сложный флоу. Я вам покажу по одной простой причине, что это все равно удобнее. То есть, как ни крути, казалось, усложняешь, но на самом деле это дает свои бенефиты. Хорошо, кто-то из разработчиков может прийти и сказать, я хочу делать эту новую фичу или еще что-то в отдельной ветке. Вы же все знаете, что Git имеет легковесные ветки и тому подобное. Отлично, все классно. Мы эволюционируем на следующий этап. Так называемые тематические бранчи. Почему тематические? Потому что, например, вы сейчас подумали, ага, пусть у нас будет, например, mainline и какой-нибудь devline. Кто-то подумал mainline, здесь вы, может, сойдетесь, а, например, назвать не devline, а develop. Например, добавить релизы на фичи. То есть здесь есть свобода, да, здесь появляются плюсы, то, что независимая разработка, изоляция. Все классно, но здесь каждый новый разработчик будет вам создавать новую ветку, называть ее, например, со своим именем. Вот на прошлом проекте он привык, что создал ветку со своим именем, там работай и заливай изменения. Вроде бы все хорошо, но это как-то не дает нам каркас, это не дает возможности какого-то управления, смотреть, в каком мы состоянии находимся. Соответственно, тоже тут очень много минусов с релизами, непонятно, то есть стабильна эта ветка или нет, какая из них стабильная. У нас нет четкого дефинишена. Также потом появляется какой-нибудь такой старший человек в команде, который говорит, хорошо, а давайте я буду тратить много своего времени, и пусть проходят изменения все через меня. Хорошо. Класс. Это эволюция. Мы приходим к такой вещи, как forking flow. Да? Смотрите, в принципе, в двух словах, чтобы все понимали, что такое fork, да, и как это работает. Ну, вот есть картинка. Golden репозиторий – это тот репозиторий, который, скажем так, основной, централизованный. Так как Git – децентрализованная система, вы можете создать клон, так называемый, не в абстракциях команды Git, а клон, а просто склонировать себе этот репозиторий, так называемый fork. Но fork
Да, это, скажем так, инструмент, который дают сервиса, такие как GitHub, Bitbucket, там, например, у Atlassian это Stash. Это, скажем так, уже чуть выше, чем Git как source control. И, соответственно, вы работаете в своем репозитории полноценном. И когда вы сделали какое-то изменение, вы просто создаете pull request. Все pull request идут в Golden репозиторий и висят как pull request. Это же опять, это фича сервисов, которые вам дают, скажем так, Git based какой-то хостинг. Соответственно, что здесь плохо? Здесь то, что нужен этот мейнтейнер. Очень много времени уходить, потому что человек один решает конфликты, мержит, смотрит все, управляет. Девелоперов может быть очень много. Да? Как я говорил, мы работаем в enterprise командах. Да? То есть мы, к сожалению, можем испытывать боль, потому что enterprise это такой кровавый вид разработки. И, соответственно, это как на мой взгляд, и как показывает практика, не очень хороший подход именно для enterprise. Я вам покажу пример. Вот, ну, этот подход работает. Вот GitHub, любой какой-нибудь open source проект, куда вы контрибьютаете, он именно базируется на этом. То есть это не значит, что вот этот workflow плохой. Это хороший workflow, но для своих задач. И вот, в принципе, эволюционно мы подходим к такому git flow, workflow. Да, то есть хорошее название. То есть, в принципе, возможно, он стал популярен. Вот команда, где человек разрабатывает, и, скажем так, очень важна, ну, качество, да, скорость, билды, стабильность. В принципе, выбирают вот этот подход. Этот подход, ну, тоже появился эволюционно. Автор его описал, ну, довольно давно, говорит, вот я вот применил там на проектах у себя, там и еще других, и персональных, и enterprise, он себя очень хорошо показал. То есть, в принципе, мы все доходим до него сами. Да, но хорошо, когда его не нужно описывать, он, скажем так, какой-то может быть де-факто стандарт, его легко найти, и самое главное, что основные вендоры его поддерживают. То есть я говорю сейчас про тот же GitHub, тот же Bitbucket. Ну, они, скажем так, немного диктуют моду, и в своих клиентах они по дефолту это поддерживают. Это основной из плюсов. Линия кривая обучения, ну, здесь очень хорошая для людей. В принципе, я то, что предлагал людям, ну, довольно быстро схватывают в плане кнопок, как, может быть, не до конца понимая, как это, даже, наверное, не понимая, как это сделать с командной строки. Я сам это не делаю с командной строки, скажу честно. Но приходим мы к такому flow и используем. То есть, что здесь есть? У нас development branch, да? Стабильный mainline, то есть всегда с mainline можем или бету, да, то есть, ну, какой-то релиз кандидат. Начина фичи. Это очень классно, что пока фича не закончена, она ничего нам не поломает. Также есть хотфиксы, потому что поддержка это очень важно. И иногда, когда у нас жесткий флоу, или, например, нам нужно пофиксить клиенту какой-то, ну, релиз, выпустить очень срочно, ну, у нас начинается здесь проблема, когда мы забываем сначала это учесть. Хорошо, что если у вас нету хотфиксов, я очень рад. Если нужно сделать хотфикс, и вы можете посмотреть на свой workflow и понять, что это сейчас будет немножко больно. И, соответственно, релиз бранчи. Да, это изоляция на уровне релизов, чтобы всегда знать, когда был релиз, какой он релиз, что в нем было, что ушло, и если что, быстро откатиться к этому релизу, сделать хотфикс и продолжить работу. А на самом деле это кажется сложно. И я считаю, что это правда сложно. Но вот такой вот flow приводят, когда говорят о git flow. И я немножко его приближу. Что-то оно перескочило. Вот, ну, то есть, правда, здесь очень много связей, как что, куда переходит. И реально сложно. Я стараюсь это забыть и начать рассуждать, как рассуждал автор и как рассуждают люди. Что нам нужно? Нам нужны исторические бранчи. Да? Мастер. Да? Мастер это наша история, скажем так, обратный бэклог наших релизов. Ну, если это так можно назвать, скажем так, история именно релизов.
лучше назвать develop, это обратно. Вот. А в develop мы храним историю всю разработки. То есть это две ветки показывают историю нашего проекта, как двигалась разработка и как шли релизы. Тут вроде бы все понятно, все классно. А что дальше добавляется? Добавляются бранчи для фич. Фичи могут быть сложные, могут затрагивать очень много и, соответственно, и ломать очень много. Хорошо было бы их изолировать. Возможно, эту фичу нужно будет остановить, да, заморозить, поставить на холд и продолжить через 2 недели, например. Да. Ну, чтобы не выпиливать с девелопа все или комментировать код и оставлять его в source control, что ужасно. Когда открываешь файл, листаешь, а там закомментированный код. Зачем? Если у вас есть уже система контроля версии, это ваша машина времени, вы можете делать что угодно. Хорошо, изоляция на фич. Важная особенность, смотрите, это то, что фичи, вот эти, они никогда прямо не попадают в мастер. Это запрещено этим флоу. Все фичи рождаются с девелопа, выходят, живут своей жизнью разработки и потом или остаются, закрываются, да, или эта фича начинается и потом делается мерч. Вот тогда фича закрыта, ветка удаляется и в девелопе появляется новая фича. Соответственно, со всей историей. Это очень важно. Никогда не делайте в мастер, никогда не разрабатывайте ничего в мастере. В мастер только сливаются изменения. Вот. А в девелопе тоже не разрабатывайте фичи. Незачем. Поехали дальше. Тут, в принципе, более-менее понятно. Нам нужна еще изоляция на уровне релизов. Как ни крути, это важно для нашего клиента, потому что, скорее всего, наш клиент еще кому-то будет давать эти релизы. Иногда очень сложно сделать какой-то хотфикс или пофиксить багу, если, скажем так, функциональность размазана у нас просто по всему, скажем так, истории нашего развития, нашей разработки. Что нам нужно здесь? Нам нужно изолироваться на уровне релиза. Да, для этого мы создаем, скажем так, новую ветку, да, тоже. А в ней делаем подготовки всех наших релизов. Например, у нас там спринт 2 недели, да, прошло, вот мы сегодня релизимся. Хорошо. Это наша дата. Отсюда мы останавливаем разработку. Да? Ну, то есть мы не то, что, скажем так, останавливаем ее, мы можем продолжать, потому что мы все изолированы друг от друга. Девелоп может жить своей жизнью, фичи. Но чаще всего все кидаются на релиз, да, потому что это немножко enterprise. У нас будет много багов, будет много крови, много боли. Вот. Мы начинаем двигаться. Релиз. А здесь мы фиксим баги. Да? Если нет, скажем так, возможности классно работали в develop, свитчами, все классно, просто здесь можете проапдейтить версию, там инкрементировать, сделать релиз 5.0, написать релиз notes, но подготовить. И после этого вы заканчиваете релиз, и, соответственно, ваши изменения должны уйти в ветку мастер. Они сюда уходят, очень удобно сразу сделать лейблочку, да, такой тег есть у гита. И, соответственно, ваши изменения, так как вы работали, фиксали баги или просто версию, надо слить в develop. Кажется, это все сложно. Я вам покажу, как это легко начать, потому что для GitFlow, так как он имеет хорошие фидбэки и хорошее комьюнити, для него это все автоматизировали. То есть для нас это будет старт-релиз и финиш-релиз. Вот. Все остальное, скажем так, наши хелперы сделают сами. Вам даже не нужно задумываться. Я считаю, это огромный плюс для начинающих, да, и даже, ну, для тех, кто работал. Иногда лучше такие вещи автоматизировать. Идем дальше. То, что я говорил, об этом чаще всего мы забываем, а вспоминаем только один день спринт. Это, например, или когда мы отдали релиз клиенту, или когда, скажем так, нам написали в середине недели, что такая вот есть бага. Для этого нужен hotfix. Да? Просто знайте, что у нас есть
возможность, да, ветки создавать. И просто уже есть установленный порядок, что ветки hotfix всегда состоятся из мастера, не с девелопа, а именно с мастера. И потом изменение результат заливается и в мастер, и в девелоп. Вот. На самом деле, вот то, что я рассказал, до этого мы все доходим. Просто нам нужно это как бы документировано. Если вы себя на проекте это задокументировали, ну, это классно. Но у вас есть свой флоу. Вот. Также вы можете взять за основу этот и менять как нужно. То есть, это разрешается, позволяется и приветствуется. Это очень классно. Сейчас дальше у нас будут такие вещи, как дополнительные возможности кита, но я хотел бы пока по свежим следам показать вам небольшую демку, как с этим всем работать. Я использую Source 3 клиент. Почему Source 3? На самом деле я использую тоже Command Line. Вот. Но я привык, в принципе, в пару кликов мышкой это делать, для меня это, ну, более привычно. Вы можете использовать command line, там в конце презентации будут ссылки, как, например, подключить GitFlow помощники для command line. Ну, то есть вариации разных. Почему не клиент от GitHub? Потому что он именно заточен на GitHub. У Atlassian Source 3 удобен тем, что тут сразу и Mercurial, и Git. Можно быстро переключаться между проектами, вкладками. Мне кажется, это очень круто для project менеджеров, когда, ну, которые смотрят в код там или еще что-то, но переключаться между многими проектами. Но есть свои нюансы, когда нужна командная строка. Например, недавно мне попался файл, у которого был символ /327. Я не знаю, что он значит, но у меня клиенты все падали, гуишные, и только я смог через command line зачекинить, закоммитить, кушать. Так, еще вот тут вот у нас есть один файл, я вам покажу. Что у нас есть? Я создал просто репозиторий на GitHub. Вот. И я там какую-то поделал активностью, чтобы показать. То есть это уже, скажем так, как здесь у меня был GitFlow, потом я просто этот репозиторий удалил и скачал, склонировал заново, чтобы показать вам, как настроить, например, легко GitFlow уже на существующем. Какая основная идея, да, то есть это ветки и вот эта волшебная кнопка. Сейчас я вам ее покажу. Вот, GitFlow. Она и делает всю магию. Нажимаем. И тут предлагается указать, что Production Development, название. Я рекомендую использовать дефолтные. Они вот так вот как-то где-то везде приняты, везде сложились, что и всем удобно, и всем хватает. Ну, вы, если хотите, можете у себя настроить свои. Единственное, что для версий я всегда рекомендую использовать семантические версии. Такой есть сайт популярный, semver.org. Это, скажем так, тоже хороший документ, когда вы не знаете, как правильно писать версии, как что именовать. Пожалуйста, заходите, и все. То есть, классно, как на мой взгляд. Поэтому я просто здесь добавляю V, и дальше нажимаю OK, и все. Source 3 мне сделает все, что нужно. Он посмотрит, как я сказал, да, раньше уже был применен, то есть, истории там вот есть у нас. Вот фиксы. Но, скорее всего, если вы не использовали GitFlow, вы можете испугаться и сказать, ой, у меня уже все, у меня идет история. Наверное, не применить, что-то затрется, перетрется. Нет, на самом деле, вот он вам создаст develop, мастер инициализирует, и все. Пожалуйста, поехали. Сейчас мы в девелопе, да, и у нас как раз есть там файл. Это такой вот плюс, его не будет в презентации, я решил не включать, но я думаю, что кому-то пригодится. Знаете, когда нужно вам быстро выбрать, а какой же вам подойдет подход, да, какой флоу, потому что вы должны, да, и можете, и должны подстраивать флоу под себя, да, чтобы не чувствовали боль члены команды, потому что вам хочется заново приступать работать.
Здесь вы можете выбирать, скажем так, очень быстро. Как по мне, так очень удобный такой подход иногда клиенту показать. Смотри, там клиент, мы можем, например, взять, ой, это без квадратика. Вот взять вот этот кусочек. Давай выберем development and release isolation. Что нам это даст? Ну и посмотрели. Ну, а если у вас специфические есть запросы, то смотрите на такую матрицу. Хорошо, то есть, ну, я не буду рассказывать, как гитом пользоваться. Я думаю, что все это знают. Пишем сообщение, все что угодно. Это не основная тема этого доклада. Я только что сделал commit develop. Соответственно, давайте создадим теперь какую-нибудь фичу. Помните, как вам рассказывал, сложно, нужно создать фичу, нужно отмежиться с девелопа. Вот. Это все, правда, сложно, но Kitflow это позволяет делать проще. Есть экшены, фича, релиз, хотфикс и еще другие действия. Я другими действиями особо не пользуюсь. В принципе, в разработке всегда все окей. Начинаем новую фичу. Пишем, что мы будем добавлять. Например, это наша какая-то таска, там, 1012. Вы можете добавлять description, как вам угодно. Соответственно, вот, в принципе, мы уже создали себе все условия для того, чтобы работать в ветке. Посмотрим, правда ли у нас такая ветка. Консоли, может кто-то больше консоль. Да, мы сейчас находимся в фиче такой-то. Хорошо, давайте эту фичу заимплементим. У нас 15. Я не знаю, как вы, а я очень жду, когда можно будет создать такой файл и внутри него написать implementation. Он полезет в Jira, вытащит оттуда все requirements и сюда запишет то, что мне нужно. А мне останется только закоммитить. И все. Я очень этого жду. Раз у нас есть чинжи. Вот, в принципе, для разнообразия давайте попробуем это сделать через command line. Да? То есть у нас git, покажем, как удобно. То, что видите, у меня два разных клиента, по сути. Но видите, как они синхронизируются. Например, если я тут сейчас напишу, он мне покажет, что вот файл не закоммичен. Да? Это, кстати, command line Windows. Немного модифицировано, а запущен вообще PowerShell с таким плагином PushGit. Но я на этом тоже не акцентирую внимание. Если вы захотите, то всегда, пожалуйста, это быстро очень находится. Но я думаю, что тут люди сидят на разных платформах, и поэтому на этом не хотелось акцентировать внимание, да, что там для Windows есть только классного. Вы посмотрите, сколько есть классного под Mac. Хорошо, давайте тогда добавим, наверное, этот файл. Да? Вот мы его добавили, и давайте мы его, наверное, и закоммитим. Да? Что там нам нужно? Написать месседж, да, и сказать, что мы очень классно там сделали такую-то вот. У нас все готово. Да, смотрим, что у нас здесь. У нас фича наша готова. Все, когда фича наша закончена, ну, понятно, вы, например, еще можете там потом, ну, не все так просто, быстро разрабатывается. Сюда еще добавить потом. Напишите. Ну, надеюсь. Соответственно, дальше буду уже через клиент продолжать. Для быстроты. Я не так очень быстро набираю. Соответственно, у нас есть. Перегоняем ее в стейдж, да, и там какой-нибудь у нас там напишем, что был рефакторинг. Отлично. Все, мы считаем, что фича готова. Да, мы отправили на ревью. Очень классно, все, нам никаких замечаний нету. Нажимаем опять волшебную кнопочку. Видите, мы находим все здесь, сейчас. То есть, если вы, например, перейдете в develop, да, ну, то есть это git checkout develop, то здесь вы снова будете фичи, релиз, что угодно делать, а фича живет. Ну, переходите в фичу, окей, я продолжаю работать над фичей. Git flow, finish фичу. Класс. Delete branch. Я рекомендую вообще всегда
делать этот элит. История всегда, я говорил, full local history, она всегда хранится. То есть, если что, вы потом можете вернуться даже и восстановить эту бранчу. Вот. Не надо засорять пространство, скажем так, ненужными бранчами, которые уже отслужили. А можно питание? Да, конечно. А Force Deletion? Что с робот? Force Deletion надо смотреть точно по параметрам, но мне кажется, он допишет флаг Force и сразу попытается удалить на Remotes. Например, если там гид посчитает, что эту ветку на Remotes можно как-то не удалять. Ну, то есть такие вот вещи, как флаг Force для там пуша и тому подобное. То есть какие-то ограничения, если, например, вы там warning, например, что такая бранча существует уже на... ну, на вашем удаленном репозитории централизованном бывает такое. И, соответственно, тогда он просто нужно, чтобы его удалить или переопределить состояние ее. Нужно использовать force. Вот я у себя в практике не использую, но не сталкивался. Вы, если что, можете всегда в help. Это очень, кстати, удобный help для, например, тот же там commit help. Он запускает браузер и реально крутой help сразу, то есть можно посмотреть все параметры. Вот, но я у себя force не использую. Мне кажется, что использование force может причинить кому-то боль, скорее всего. Вот, то есть я сейчас вам не могу ответить точно на этот вопрос, что сделает, потому что я его не использовал. Поэтому я вот рассказываю такую вот, скажем так, свою проекцию представления. Здесь мы видим, что бранч смерджилась. Мы можем также посмотреть, что у нас там произошло. То есть, кто любит консоль, наверное, вам мало. Вот, в принципе, у нас были там чекауты, вот рефакторинг, имплементед. И вот мы смерджили. Да? И он пишет, что была рекурсивная стратегия. Забегая дальше, там мы еще посмотрим, что... какие у него есть мерч, чем это отличается немного от других систем. И, в принципе, все. Фича наша готова, да, вы можете сделать пуш. Как заметите, я даже не делал, скажем, я работал у себя в локальном репозитории. Я когда создал фичу, я не пушил эту ветку. Вот. На самом деле, вы можете еще потом ее сразу и отправить на удаленный сервер, например, если несколько людей работает над фичей. Если нет, ну, то, в принципе, даже и не надо такого делать, отправлять. Храните у себя. Чаще всего вы изолируетесь, поэтому изолируйтесь. Но если вы работаете с разных мест, то есть, ну, здесь как с обычными ветками. То есть, просто он вам помогает их создавать. Хорошо, сделали мы. Давайте теперь релиз создадим, да? То, что я говорил про теги, очень удобно смотреть. Вот как не нужно называть, например, да, там, ну, здесь понятно, это я, вы, first release, release, ну, там, fix и тому подобное. Называйте лучше как semantic version, вам рекомендую. Ну, если у вас нету своего лучшего подхода, то используйте как по умолчанию вот этот, ну, довольно удобно, на мой взгляд. Хорошо, создадим новый релиз, да, что мы тут напишем, релиз 7.0, например. Он нам сразу создает ветку под этот релиз. Теперь мы релиз. Давайте нажмем push. Например, мы работаем долго. Нам только выбрать. Все, теперь на remote репозитории появится эта ветка. И как раз сейчас проверим, может, force заодно. Обновим. Да, у нас 10 веток под наша ветка релиз 7.0. То есть можно над ней работать. Другим людям, они будут ее видеть. Да, так что тут видно варить. Хорошо. Соответственно, релиз сделали. Давайте что-то сделаем. Давайте добавим релиз ноутс. Я тоже жду, чтобы релиз ноутс так быстро добавлялись. Сразу все подтягивалось, какие были фичи сделаны. И у нас файл найдус. Да. И напишем быстро, чтобы прямо играть. Релиз ноутс. Все, у нас готово. Мы можем также отправить изменения. Например, мы над релизом работаем, ну, не одну минуту, да, можем там день, то есть там два, много людей. То есть вы смотрите, например, там, да, уже коммиты, релиз ноут выберем, что у нас там релиз. Хорошо.
Все классно, багов нету, мы их закрыли. Закрываем релиз. Тоже он нам предлагает Thanks this message, да, и все изменения он нам смержит и в develop, и в master. И еще лейблочку красивую прикрутит. Это очень удобно. Давайте нажмем Fortilation, посмотрим, что он сделает. Flow, release, finish, machine drive, receive, develop, develop, clean, branch. Просто получается flag force. Надо читать описание. И все, после того, как мы сделали релиз, отправим все наши изменения. Если кому-то непривычно видеть, например, в Source 3, давайте посмотрим, на что у нас больше привычно. Обидно. Вот это Windows. Давайте, у нас тут есть терминал сразу. У нас есть. Если кому-то привычнее видеть, ну, здесь мельче, что у нас получилось. Да, то есть мы видим, что наша ветка шла вот в мерч. Потом мы ответвили, сделали релиз. И потом релиз ушел в develop. Вот. Но мне, если честно, больше Source 3 в этом понятии. Где тут? А можно вопрос? Да, конечно. А чем с точки зрения гита отличается фичи от релиза? Я так понимаю, в обоих случаях он просто делает бранч. А он во всех случаях делает бранч. В случае хотфикса всего чего угодно. Ну а в чем разница? Только в том, что после мержа он создает таг для этого релиза. Он создает таг, и фича у нас всегда мержится в develop, а релиз мержится сразу в мастер и сразу в develop. А, я понял. Ага. Вот понимаете, вот этот git flow, он нас не заставляет думать о том, мы релиз. Ага, наверное, все изменения нужно залить уже, скажем так, и в нашу develop разработку. То есть это помогает. Где же курсорчик? Класс. Он пропал. Хорошо. То есть это все бранчи, просто что делает GitFlow? Он за нас помнит, куда что мержить. Ну, то есть, когда вы нажимаете кнопки, ну, скажем так, это установленный flow, вы лишний раз не ошибетесь. Ну, то есть, у вас такой возможности не будет. И, в принципе, я думаю, здесь более-менее понятно. Хотелось пойти дальше и продолжить с... Не отвалился курсор мышки, так аж непривычно. Вот, а что у нас есть? У нас есть еще дополнительные вещи, которые можно просто брать и использовать. Ну, некоторые вещи вы уже используете, когда работаете с гитом. А, например, это... Вот, а, например, вы используете всегда почти... мерч, да? А до этого в системах, в принципе, когда вы вытягивали изменения, у вас не сходились ветки, всегда вам предлагался мерч. А, например, там даже создали новую ветку, потом мержите старую, а у вас всегда есть такой коммит, когда там мерч и пошло-поехало, что там, как, вам его даже иногда эти клиенты генерят. Но у гита есть такой плюс, это fast forward merge. Я думаю, что с картинки понятно, это то, что в принципе всегда в системах, да, у нас всегда будет такой commit лишний, merge, merge, merge. В гите, если, например, branch, ну как это, не изменился, то гит не будет делать как таковой merge. Коммит создавать, он просто перенесет все изменения. А, например, я вам сейчас это покажу, как это может выглядеть. А, где мой source control? А, с... Так, курсорчик. Угу. Вот, например, репозиторий. Смотрите, я отсюда просто забираю изменения.
Он мне сейчас показывает, за что мне нравится вот Source 3, например. Он мне показывает сейчас, да, что там одно изменение ты можешь, ну, затянуть. Классно. Я буду туда затягивать его. Что обычно происходит? Давайте я здесь открою терминал. В такой ситуации обычно всегда происходит, скажем так, система мерджа какого-то конфликта, да, который предлагает. Здесь посмотрите. Вот тут вот pull, есть такой fast forward. Что он делает? Я просто делаю pull и делаю commit, и вот такая вот есть опция immediately, да? Он мне предлагает их смерджить. И видите, он сам смерджил их. То есть то же самое можно пронаблюдать. То есть, ну, тут нету дополнительного коммита. То же самое, смотрите, может быть у нас. Например, давайте здесь откроем тоже терминал. И посмотрим. Начинаем новую фичу. У нас будет какая-нибудь PV 555. Уже научились их быстро создавать. Примирование со скоростью света. У нас есть эта фича. Ух ты! Видите, вот эта проблема, кстати, клиентов, что иногда они виснут. Я периодически... Да, мы это добавили все. Давайте, чтобы было наглядно, я его перезапущу. Это не последние баги, но, в принципе, удобство работы и время, которое они экономят. Но я готов мириться с багами. Ну и Atlassian, в принципе, фиксит. Такое чувство, что это у нас где-то из-за терминалов не пытается синхронизироваться. Добавили, коммитаем, и теперь смотрите, у нас есть ветка, да? На самом деле, если я перейду в develop, ветка есть, она может быть не так хорошо видна, но она есть. Давайте, наверное, будет здесь лучше нашим git.com видно. Он тут даже не подтянул еще ее, но ветка есть. Можете мне поверить, вот она есть, я могу между ними как минимум переключаться. Хорошо, то есть фича готова. Мерджим фичу. Да, как обычно, delete, все. Жму ОК. Он мне финиширует, переключился. Видите, fast forward. Что для нас это значит? Там просто висит в девелопе. То есть у нас нету написано, что вот это вот оттуда-то вот смерджит. Вот видите? Это фича, как будто мы разрабатывали в девелопе. Ну, это немного может показаться странно в первое время. Но вот такая вот вещь. А зачем это нужно? Ну, чтобы даже не засорять тот же лог, когда вы что-то делаете поиском. Вы также всегда можете посмотреть в реф-логе, что было. Мы, правда, мержили бранчу, то есть я вас не обманывал. Но единственное, что да, она вот у нас смержилась фаст-форвардом. Вот такой вот из бонусов. То есть он, не, если гид видит, что изменений не было, и он может смержить сам, и как будто ничего и не было, он этим воспользуется. Это очень классно, потому что иногда вот это мержи очень сильно напрягают. Хорошо, что у нас есть еще из того, что мне очень понравилось, это такой называемый бисект. Когда вы разрабатываете, коммиты льются, задачи решаются, но часто возникает баг, и так как репозиторий Git – это единственная наша машина времени, с помощью которой мы можем перемещаться и смотреть, как все плохо стало, кто поломал, найти этого виноватого. Нам для этого, ну, что мы делаем обычно? Ну, я, например, раньше делал, ага,
чекаут до сюда, да, то есть откатиться до этой версии, посмотреть, а поломал или нет. Что дает Git? Он немного позволяет этот процесс автоматизировать, а иногда и вообще полностью автоматизировать. Смотрите, например, я делал фичу V120. На самом деле, вам тяжело понять в моем псевдокоде? Откроем фичу, сделанную, например. Сделанная фича, она имеет implementation. Это рабочая фича. Вот такая вот у нас система. А не рабочая фича, кем-то поломанная. Она вот, кто-то рефакторил или еще что-то удалил, да, видите, нету implementation. Соответственно, мне надо найти, когда это произошло, и пофиксить. Ладно, это я сейчас могу дописать, но там, может быть, кто-то просто кусок кода выкинул. А что позволяет делать Git? Это bisect. Bisect – это бинарный поиск, просто по вашим версиям. Вы как ищете всегда? Вы знаете, где все плохо, ну, вы сейчас там находитесь, и знаете, когда было все хорошо, когда я сделал эту фичу. И задаете ему этот промежуток. И потом просто Git ведет вас и говорит, а это как тебе? Ну, давайте я вам покажу. Закроем что-то, эти терминалы ломаются у нас. Так, а где мы тут? Откроем, будем просто смотреть. Дальше расскажу, это еще можно автоматизировать, но в рамках доклада не хотел сделать. Это будет просто сделать. Давайте сюда перейдем. Наш пример. Это. Вот он. Мы здесь. Отлично. Ну, детали всегда, знаете, я вот, ну, забываю, если честно, иногда, как что пользоваться. Я набираю git bisect help, и он мне пошел рассказывать, что как нужно делать, прямо с примерчиками. Чаще всего это как и разработка. Нужный пример скопипастил, и все у тебя есть. Хочешь подсказку? В смысле? Так нет, я, в принципе, помню. Я имею в виду, что тут есть help покороче. Если ты наберешь не 2-help, а 1-h, то это будет короткая подсказка без открытия этого браузера. Да, спасибо большое. Да, вот хорошее замечание. Видно, что тоже help'ом пользуется. Значит, не я один. Это классно. Я думал, что все знают. Вот, тому, давайте начнем вот этот bisect. Смотреть, что у нас есть. Да, я сказал, что этот файл испорчен имплементация. Соответственно, нам нужно здесь задать bisect, сказать, что все плохо. Где все плохо? Все плохо сейчас. Когда было все хорошо? Все хорошо было, наверное, когда мы эту фичу имплементили. Что это у нас была за фича? Вот мы спенджили, но она рабочая была. Это классно. Давайте скопируем ее commit и укажем его как хороший. То есть мы указываем, когда было плохо, когда хорошо. Запускаем, посмотрим. Угу. Видите, тут он показывает даже, сколько нам степов нужно будет сделать, посмотреть. Это примерно так Git. Давайте я, наверное, откроем. Смотрим. Вот мы сейчас откатились на релиз 4.0 в девелопе. К сожалению, лучше ничего не стало. Если все плохо, не проходят ваши тесты, билд не собирается или еще что-нибудь, мы помечаем эту ревизию как плохую. Хорошо. Он нам откатился еще на одну. Лучше не стало? Нет, не стало. Опять. Смотрите, он откатился на ревизию, где у нас ничего не поломано. Это классно. Значит, мы ее помещаем как good. Хорошо. Он потом нам откатывается дальше. Ну, там мерджи, вы понимаете, да, какая история может быть сложная. Лучше это всегда проходить. Вы можете отсюда уже начать, но, скажем так, удобнее пройти. Смотрим, что до этого было все плохо. Смотрим. Ага, опять все плохо. И мы прошли шаги, и он нам говорит, ага, вот
такой-то коммит. Это, говорит, первый плохой коммит. То есть до этого все было хорошо, а вот здесь вот кто-то что-то поломал. Ну, и здесь уже видно, кто что поломал, и видно даже чейнсет уже. А после того, как вы это все сделали, да, нужно не забывать, сейчас я вам еще покажу, как это происходит, например, ветки. То есть bisect, он просто передвигает указатель на последнюю версию head и добавляет еще теги. Их, наверное, не видно. Сейчас вот видно. То есть bad – это первый коммит. Вы можете посмотреть, который плохой, да, какие коммиты были хорошие. Из-за бранчевания у нас вот такая вот история, что мы нашли один хороший, а потом опять два bad, плохих. Мы нашли, а то есть и здесь уже понятно, что как вам удобно, вы можете искать, например. А, пошли. А, да, конечно. CQC интеграция с Continuous Integration. А, bisect запускать. А чтобы он вам нашел, где вы все поломали? Да. Я думаю, что можно без проблем. То есть вам нужен гид, да, и доступ к source control. Я думаю, что это будет тяжело настроить. Если это имеет смысл, то это можно настроить. И в принципе, видите, это просто command line. Из того, что я не рассказал и не показал, вот видите, кстати, мы нашли, где сейчас. У bisect есть такая штука run, то есть мы писали руками bad, good, bad, good. А на самом деле вы можете просто указать ему диапазон, хороший и плохой, и соответственно запустить скрипт. А скрипт должен быть специально написан, если все хорошо, он возвращает 0, если все плохо, например, единицу или любой там код от единицы до 125. В общем, скажем так, для нас это не 0. И, например, вы можете запускать там тесты или все что угодно. Все, что можно запустить из консоли, вы можете запустить. То есть автоматизировать, пойти кушать, чай пить, то есть очень классно такой вот поиск будет бинарный. Вот, ну а потом, когда вы нашли все, вам нужно написать bisect reset, чтобы оно вернуло все, соответственно, на место. Вот, ну а потом вы уже когда нашли, что там, ну, можно написать и punish, author, да, и уже сюда передать именно какой commit. Вот, но это как бы версии третьей будет такая штука. Command line. Сейчас пока она недоступна, к сожалению. Вот, в принципе, это был bisect, и у нас презентация так подошла и к концу. Вот что я хотел, я немножко ее затянул для того, что планировалось. В презентации есть линки на то, кто хочет начать пользоваться Git-ом, возможно, более advanced. Книга про Git очень классная. Если вам нужно потренироваться с бранчами, вы можете зайти по второй ссылке и мерджить, ну, именно с командлайна. Вот, я не такой прямо там супермен или гуру, я предпочитаю клиенты, которые облегчают, скажем так, Windows. То есть, ну, а понятно уже, когда там что-то не работает, я с command line. Иногда клиент крешится, захожу в command line, git, push и все. То есть, бывают такие вещи. Вот, в принципе, все из основных вещей, которых я хотел рассказать, на которые стоит обратить внимание и, скажем так, не причинять друг другу боли. Вот, возможно, у вас есть какие-нибудь вопросы. Так, у мене є одне питання, дивіться, є в нас SVN, так? SVN дає нам commit revision. Якщо у нас є якийсь реліз, є спринти, дуже зручно виводити цю commit revision на UI-ку, наприклад, там на login page. І так є, і всі типу, орієнтуються, де, ну, приблизно, що на цьому серваку стоїть. Так? Зайшов на UI-ку, побачив, приблизно вже маєш орієнтир. Які це хеш-суми? Ну, відповідно, хеш-сума тобі нічого не скаже. Не так скаже. Як от таку задачу вирішують з гітом? Ну, виходить, версіонності? Так. Ну, якщо я виведу хеш-суму на логін пейджу, то не знаю. Получается, как, например, я сделал у себя на сайте. Мне тоже, вот честно, не очень хочется писать вот эти версии автоматом, прописывать. И тому подобное, тем более, если у меня в гите я использую семантическое версирование и тому подобное, почему бы, ну, не брать эту информацию с гида при билте. Вот, есть такая штука,
добавляется в MS Build, но это именно для .NET. Я думаю, что для других языков и платформ тоже такая есть. По-моему, Git Task называется. Сейчас надо вспомнить. Вот она. У меня есть даже. Git Version. То есть она просто все берет и записывает в информацию при билде. Прямо с гита. Коммит записывает, все что угодно нужно, она запишет. То есть какой-то был коммит, и потом можно по бинарникам посмотреть в версии файла, что вот именно такой-то коммит, вот именно его хэш-сумма, например. Ну и, соответственно, эту информацию можно получить из ресурсов. Вот, ну, по крайней мере, в .NET. Хэш-сумму, ты не зможешь прибнивать хэш-сумму. Наприклад, Revision, Commit Revision, ти можеш порівнювати, бо чим останніша версія, тим більший буде в тебе номер Revision, да, Commit Revision, висвання. Тріхи, тобі взагалі ніякого порівняння, ти не знаєш, що більше з них, що менше. І там, ну, замість цього можна і дату ставити, да, напевно, один варіант. Можливо, є якісь інші більш такі елегантніші способи. Ну, а я просто не совсем понимаю, а зачем, ну, эти хэш-суммы сравнивать? Дивіться, в мене є там кластер, наприклад, або якийсь там дата-центр, де є 40 кластерів квейських. От я хочу знати, на якому кластері що поставлено. Ми це виводимо на логінку по сторінку, да, де от яка версія аплікухи от саме на цьому кластері. Якщо я виведу там хеш-суму, то я от відкрию дві логін-сторінки, да, з двох різних кластерів, я не зможу їх порівняти. А зачем там хеш-суму взагалі виводити? Ну, тут теж є версії, наприклад. Ну. Или воно можете показати, як вони виглядають? Тобто аналог звичайно? Ну, именно версии, еще раз, мы, может быть, о разном говорим. Версия у меня всегда зашита в том, что я разрабатываю такой продукт. Она может браться с гида. Ну и это может быть develop. Почему? Ну, у меня всегда, когда собирается, у меня в билде берется информация сейчас из хеда, то есть из текущего. То, что вот у меня на есть. Кожен на кожен билд. У меня на кожен билд записывается информация в версию. Я так понимаю, что вам лучше всего будет использовать релизы. Не, но теги это чтобы найти релиз, а тут информация о том, что как понять, какая версия именно вот на девелопе куда-то. Вот, просто как она, у меня она автоматом прошивается, у меня туда идет информация. Сейчас я открою, например, бинарник. Вот у меня есть сорсы, вот у меня есть бин. Вот это просто дебаг, найдем какой-нибудь. У меня property, но это вот Windows. Хорошо? Вот, у меня здесь product version прошивается автоматически. Вот, и еще добавляется короткая хэш-сумма с гита. Что значит автоматично? Кто это цей номер? Этот номер берет task, который у меня настроен на билде. То есть у меня происходит билд, у меня компилятся исходники. Вот, и потом еще в информацию добавляется, просто берется из гида. Я вот показывал, вот это, скажем так, просто тул, который встраивается в мой билд, в мой пайплайн, и потом, когда у меня все исходники, скажем так, начинают собираться, он вытягивает информацию с гида, где я сейчас нахожусь, и записывает ее, скажем так, в мой исходный код. То есть вот получается такие вот записи. Например, да, там, если у меня версия 1.0.1, там ветка такая-то, фича такая-то. Вот, то есть это просто встраивается билд. Это можно сделать. Но это вот .NET. Я просто, ну, не смотрел, например, в как других это можно сделать. Но я думаю, что если встроить в билд, например, для JavaScript, я думаю, тоже это можно сделать. Пожалуйста, грунт, гульп возьмите. Я думаю, что он это умеет. Скажем так, есть для него это плагины. То есть основная идея, что когда я открываю свой solution, да, и делаю билд, у меня вся эта информация, которая с гита, она попадает в мою, скажем так, версию. И потом, скажем так, она не отображается, да, но она у меня хранится метаданные. Потому что я ее не отображаю. Она у меня есть в метаданных.
Соответственно. Іншими словами, от ця версія, яка буде згенерована, вона сьогодні на Nightly буде там 5, да? Ну, 2.3.3.100.5, а потім завтра там вже буде 6, або там 7, або 8, тобто більше, ніж 5. Правильно розумію? Скажем так, да, є там версії, які додаються автоматом, але сума, яка хеш-сума, она очень сильно зависит от вашего состояния гита. То есть, например, давайте я вам попробую. Вот сейчас я нахожусь, да, вот там, добавил фичу. Я нахожусь в этом состоянии, у меня коммит такой-то. Я в этой точке делаю билд, да? А сейчас, где у меня тут? Вот оно. Я в этой точке делаю билд. У меня запишется, вот сегодня, да, 6.02, у меня запишется какая-то там версия, да, потому что все разные используют версии, и запишется вот эта хэш-сумма, да, вот именно вот это. Я ничего не меняю, ничего не делаю, прихожу завтра утром рано, начинаю собирать новый билд. Репозиторий у меня в том же состоянии. Я собираю, я получу точно такой же билд. Завтра, то есть постзавтра, ну, тут если я делаю какое-то изменение, вот, и у меня получается, или, например, я откатываюсь назад и уже собираю вот здесь вот билд, то тогда у меня всегда будет записываться эта версия, потому что оно берет, получается, с головы. Голова это там, где сейчас... Ой, как плохо писать. Уберу это. И она не хочет убираться. А меня слышно? Да. Ну, я напевно офлайн, якщо я не розберуся вам. Да, конечно, но мы можем посмотреть, и я покажу, как это, ну, происходит, ну, в динамике. Тут основная идея, что пишется именно вот этот только статус. Ну, который вот коммит. А версия может быть разная. Это, вы знаете, бывает генерят там, версию, например, по времени, там, в зависимости от дня. Но она не очень удобная. Версии можно сравнить, но тяжело найти. А вот взять вот этот хэш-код, то пожалуйста. Может, кинешь на ваш документ? Себе. Конечно. Что-то то, что... Игорь, по-моему, пытал. Ігор Іван питав, то фактично в SVN використовується як build number, тобто ревізія SVN як build number. В Continuous Integration сервера вміють генерити ці build номера самі і вставляти. Відповідно, можна тоді зв'язувати просто з номером артефакта, який це був build. Перший, другий, третій, подальший. Тоді не треба. Тобто та прив'язка, ну, а прив'язка з, вже з source-коду репозиторами лишається в даному випадку по цьому по хеш-коду. На увазі, щоб Continuous Integration ти, ну, додавав плюс один під час кожного білда? Це так, да, всі це вміють. Ага. А як тоді подивитися деву, ну тоді буде ще важче, бо в тебе немає ні дати. Ну, дата, в принципі, тобі треба буде аналізувати, типу, ще Continuous Integration, щоб вичислити плюс-мінус, який це день відносно стану, типу, твого гіта, правильно? В тебе не буде ні хеша, ні дати. В тебе є ша. Хеш, ну, хеш, знаходите по ньому, як я, пам'ятаю, іскав, наприклад, хто це зробив. Я зайшов в Search. Ні, дивіться, тобто, дивіться, я... Поясню питання, що от в мене є Nightly, да? От ага. Кажуть, от вчора типу, працював, ні, кажуть, от у нас є два сервака, між ними два дні різниці. От там все працює, а там вже не працює. Я такий, ага, на тому SVN ревізія така, та на цьому така. То я взяв, подивився, що комітили між цими ревізіями, і я типу, там плюс-мінус орієнтуюся, який коміт треба підправити. Аналогічно, хеш коміта там. Ну, але тоді я не знаю, який з них, типа, тобто треба якусь комбінацію. Хеш плюс якісь там дати або ще щось. Так ви по хешу, знаю, хеш унікален. Хеш унікальний. Он унікален. Ви по ньому можете знайти у любого в репозиторії, в центральному, своєму. Хеш он унікальний. Так, правильно, але потім, типу, знов будуть баги, і я, наприклад, можу сказати, скажу, так дивися, це в тебе не Nightly. Це було зроблено, типу, два тижні тому, бо я по хешу, типу, я не зможу зорієнтуватися, коміт-дейт по хешу. Тобто, так вам не треба тільки хеш.
У вас проблема не только нужен хэш, значит, но делайте сложные. Вы видели, я показывал ассембли версия. У меня версия, я могу сюда еще datetime добавить, если мне это нужно. Но у меня есть там, например, modified. Я вообще DLL кину, в блокноте не правлю, это у меня чаще всего дата билда. Вот, если есть возможность получить, вот, вы можете выводить, например. И также добавлять. Ну, то есть здесь просто вывести. Скорее всего, всю эту информацию можно занести без проблем. А дальше уже оперировать ей. И вот это автоматизировать мне очень нравится, скажем так. Я, в принципе, у себя, ну, маленький проект, да, но на больших это тоже не проблема автоматизировать, потому что это просто внедрение в билд-процесс. Прописать это очень легко. Дякую. Так, я попрошу, наверное, Игоря отпустить, потому что у нас...